Остановись на 5 минут и проанализируй результат своей жизни. Именно тот результат, который есть у вас на данный момент. Вы довольны такими сферами вашей жизни, как финансы, отношения, здоровье, личностный рост? А вы не думали о том, что вам мешает? Больше зарабатывать и не покупать, например, телефоны в кредит? Построить крепкие отношения и быть в них примером для своих детей? Хорошо выглядеть и излучать здоровье, а не чувствовать себя как загнанная лошадь, которую освободит только пуля? Самореализоваться и получать удовольствие от того, чем занимаетесь? Большинству людей проще обвинить президента, чиновников, работодателя, родителей, которые не воспитали вас миллионерами, вместо того, чтобы взять ответственность на себя, за свою жизнь. Почему так происходит? Потому что вам страшно. Потому что удобно думать, что от вас ничего не зависит. Вы переполнены ошибочными убеждениями. Про себя, про отношения, про деньги. Над вами властвуют зависимости, но вы оправдываете себя и продолжаете травиться. Вы глушите крики своей души, потому что, услышав ее, вам придется что-то менять. Вам придется прекратить себя обманывать. Вам придется выйти из зоны мнимого комфорта.